что-то у тебя какая-то непонятная эта фиговина, или типа там какой-то он бог, и знаешь, что я бы даже расценил, даже может быть как троллистов, потому что ну, я просто бы не понял, что имеется в виду, и конкретных бы не было никаких указаний, вот что не так. А так народ перечислил все, и я такой думаю, ну... Хвала интернетом! Типа действительно что-то, да, лопахнулся. Так бывает абсолютно. Я вспомнил еще одну штуку на всякий случай. Это, правда, немножко еще в контексте...